Чернівці. Машка, посміхнись, в Чернівцях. Поїхали. Шалом алейхима. Шалом. Шалом. Галицко-Волынские князья. Сегодня можно увидеть, и народ переселяется сюда на правый более высокий берег. Прекрасно, мы теперь понимаем, почему вы называете Черновцы, да? Ну, на самом деле, люди немножко повыше, поэтому Черновцы. Третья говорила, что на вот этих холмах паслись черные овцы. Такая совершенно романтическая версия, да? Черные овцы город называется. Ну, на самом деле, в нашей жизни романтики очень мало. Добило австрийцев, кроме безграмотности, то, что местное население даже не знало значения слова «фабрика». Получено название «Дом генерала». Вот как оно выглядело в те времена, фотография, ну, с польской стороны, где вы из троллейбуса выходили. Этот дом получил название «Дом полковника». Вот российские офицеры, которые служили под Катино, это, кстати, самые старые территории Западного Украины. Они были подарены этим поселом одним из австрийских монастырей. Если бы они сейчас работали, вы бы увидели, что черновцы живут в Европе, потому что показывают они европейское время. Они примерно на 50 минут отличаются это время от нашего. Кстати, здесь возле костела вы сможете сесть на троллейбус, чтобы ехать на автобус. Вот эти опоры электрических фонарей, потому что стоят эти опоры здесь 1891 года, когда появился свет в городе, они даже не сварены, они заклепаны. Шо-шо? Вам приходит? В улице дуже зимно. Сейчас там мерзнуть. Первое время не сильно морочили всем, как называть. Вот чем торговали, тем так и называли. Здесь торговали мукой и зерном, поэтому первое название — мучная или зерновая площадь. А когда она уже застроилась, так как вы видите, ей дали такое громкое имя — кронпринца Рудольфа. Она стала называться площадью Рудольфа. И первое здание, которое здесь поставили, вот оно перед вами, это здание музыкального общества. Помните, я вам говорила, что Ференц Лист выступал в гостинице, это было очень стыдно. Поэтому любители музыки решили собрать деньги, выпустить лотерею и